Приветствуем тебя, дорогой зритель! С вами снова Сорока ТВ. Сегодня 1 сентября, и у каждого свое представление об этой дате. Для кого-то это снова возвращение учебы, встреча со своими друзьями, а для кого-то это просто рабочий вторник. Но не для наших первокурсников, ведь сегодня в Крокус-Сити-Холле состоится официальное посвящение студента финансового университета. Готовы ли они к другой жизни? Давайте же узнаем. Поехали! На какой факультет поступил? На информационную безопасность. На менеджмент. Международные экономические отношения. Анализ рисков и экономическая безопасность. А я с финансово-экономического. Как думаешь, доволен своим решением? Ну да, это перспективная профессия. Да, безумно. Конечно, очень. А как ты вообще представляешь себе жизнь студента? Я думаю, это будет тяжело, трудно, но при этом и весело. Ну, там много учебы. Я предполагаю, что она будет не полностью занята учебой, это также и внеклассная деятельность. Ну и много вечеринок. Давай посмотрим, как ты летаешь. Всего лишь 5 этажей, потом растаешь. Играла в свою игру, сейчас в мою сыграешь. Ты думала, я прощу. У нас опять 40 ТВ. И мы разговариваем с солистом, одним из солистов группы «Градусы». Хочется узнать, каковы ваши ощущения, когда вы присутствуете на таком мероприятии? Ну, абсолютно радужные, хорошие, крылатые, замечательные, с пожеланиями всего-всего-всего самого наилучшего ощущения. Потому что свой первый звонок я помню, это самое радостное. Это почти не учеба, а такое. Конфеты, пирожки, чай по старших классах. Лучше все с напитками. Вот. Ну и, в общем, так далее. Веселье и все, вводное, скажем так. А студенческие годы? Я учился на заочном факультете, поэтому у нас как 1 сентября, ну так, вяло. Ну, посмотрев вот на наш 1 сентября, вы пожалели то, что на очном не учили? Абсолютно пожалел, у вас сабантуй, хорошо, сковано, сплоченно все. Вы такие молодцы, прям, прям, честно говоря, белочка такая, белая зависть, да. Нам даже так отрадно то, что к нам приходят такие звезды, даже как вы. Какие звезды? Вы пригласили, мы пришли, вот все. Вы можете какие-то пожелания первокурсникам сделать? Ну, друзья, я думаю, вот эти все самые заумные вещи и речи вам уже нажелали. Я вам хочу пожелать всего лишь одного. Оставайтесь собой. Как бы из вас там ни лепили, все равно вот стержень, ваше то, что есть внутреннее я, вот это свое берегите, несите и передавайте. Будьте собой и вообще легкости вам во всем. Легкость, легкость, еще раз легкость. Где нет проблем, уши у стен, слабым быть вредно. Мечтать, хотела летать, хотела все взять, попутного ветра. Замечательное мероприятие.